На аллее выпускников высадили новые саженцы березы. Старшеклассники школы имени Антона Пырьерки продолжают традиции, которые зародились год назад. Под руководством директора Ненецкого лесничества ребята внесли свою лепту в благоустройство территории родной школы, высадив десятки саженцев березы. Мероприятие приурочено к всероссийской акции «День посадки леса». Главное в посадке – это любовь. С любовью к деревьям старшеклассники школы имени Антона Пырьерки продолжают озеленение территории. В прошлом году здесь появилась аллея выпускников. Ребята высадили 15 молодых берез. Сегодня рядом с ними появился еще один ряд саженцев. В прошлом году мы начали аллею выпускников. Вот видели первую полосу, да, в прошлом году. В этом продолжим. В следующем будем здесь и дальше, и дальше. И у каждого выпускника, по сути, ну, одного, двух, трех ребят будет свое дерево. Своя память. Новая традиция понравилась и самим ребятам. Когда особенно сюда придешь, допустим, через несколько лет, когда она уже вырастет, и будет приятно вспоминать. В принципе, здесь растут поколения, поэтому возможно, что их дети будут знать, что их родители когда-то посадили вот это дерево, поэтому будут беречь. Сегодня на пришкольном участке представлены практически все виды деревьев, которые растут на территории Ненецкого округа. Некоторые из них были привезены из окружных сел. Это сосна, которую нам подарили в Пёше, в Нижней Пёше. Мы ее привезли в прошлом году осенью. Подарили нам родители одной из наших учениц. В планах сотрудников школы высадить саженцы смородины, черемухи, акации и сирени. Ирина Якешина, Антон Водряков, телеканал «Север».